Jer si prvi put. Prvi put. Kakve su utisci? Priđenjenje. Mnje očin nravice. Što ti se najviše dopalo? Što, boljše si vam ponravilas? Naverne, nabirižne i glavne plašanje. Verovatno Kej i centar. U školi? Škola tože čanjavice, što na nje vjerojatno krasiva i neobične. Škola je se dopada zato što je neobično lepa, neobična je. Momci? Parnji, jest. Nije zdravica? Svjetski. Они красивые, но мне не нравится никто пока. Лепи су дечаци, али ми се никто за сада не допада, у смислу се заљубила. Reci mi, kako si primljena kod tvojih domaćina? Kako si javim, kako primljeni tebi? Da, очень хорошо все было. Мы очень хорошо общаемся, они все понимают, что я говорю, и я понимаю, что они мне говорят. Vrlo lepo komuniciraju, zato što se razumeju, roditelji razumeju, učene su ruski. Hrana dobra? Da, piše. Da, sve hoće. Očin vkusno. Jesi izlazili u grad, u kafiće? Prihodite večer, po gorodu, u kafe. Da, mi hođemo u kafe, mi prosto guljajemo po gorodu. Idu malo u kafiće i uglavnom šetaju u grad. Šta se sviđa u gradu? Muzika, atmosfera? Šta se sluša ovde? Jer što slušaju u našoj gorodi? Мне очень нравится музыка, она похожа достаточно сильно на русские песни и, в принципе, на все, что я слушаю. Да, музыка из Свиджи слушает в главном, что и она слушает. Русские музыка лично никого, музыка, которая популярна. Или бы дошла вам ова программа у Пирог с Одругарицем? Нет, это бы приехала бы еще раз. Да, я очень хочу приехать еще раз в Пирог. Ваш хочу еще раз Мне понравилась школа, она достаточно красивая, хоть и давно построена. Также мне понравились набережные, как Маша уже говорила, но центр тоже впечатляет. Стоп! Школа мне се яко свиджа, необычно лепа, старая, схватили смо да е споменик культура и исторического значаја, свиджа мне се Кей и центр, како је Маша већ рекла. Домаћин, код кога си? Хозяину, которому ты живеш. Мы с ним сдружились, и сейчас мы очень хорошо общаемся. Как вы проводите свободное время? Часто слушаем музыку, ходим гулять. Град? Город. Город красивый, очень мне нравится. Что тебе сведет в граду? Что особенно? Кафичи, девойки, ученицы. Девушки есть? Конечно, есть. Да, мы имеем это. Если поздно, хочет ли быть... Телефона, порука. Останите с нас, я себе дома. Будете общаться еще? Видишь. Как все зовешь? Имя и фамилия? Халяпин Данил. Халяпин Данил. Как все свежало спортивные игры? Как нравятся спортивные игры? Это очень забавно. Тем более, главное не победа, а участие. Да, кто победа не обидно? Тебе? Нравятся эти? Да, мне